Видите, кот. Вот кот правильно живет, а? Вы заметили? Живет как хочет. Вон детишки, вон там. А я праздную. Смотрите, что. Только что. Для меня это большой праздник. Для кого-то 300 тысяч большой праздник, а для меня это праздник. Вот видите? Мамашка сама похожа на дочку. Вон. Это, кстати, обманчивость вот такая, знаете, я как-то в метро ехал, короче. А там, ну, стою сзади, а там впереди на выход стоит тут такое миниатюрное такое создание фигуристое. Ну, коса, все. А потом, значит, я обхожу, когда уже выхожу, а это старушка. Вот так. Ну, на тот момент меня это неприятно поразило, а сейчас я уже к этому по-другому совершенно отношусь. Ну, не потому, что сам старею, а потому, что это неправильно. Нужно ощущения и мысли. Это должна быть определенная культура. Правильно? Вот. Нужно знать, что правильно, что неправильно. Просто отметим, что такие моменты существуют. Некоторые мамашки вполне похожи на дочек. А некоторые девушки, старушки сзади вполне себе девушки. Празднуем. Это меня радует. Сейчас пойди, будет опять 299, ну ладно. А, вот еще что. Вот это волшебно. Я начал с Аламбо. Он уже здесь понаставил галочек, чтобы вам рассказать. Флабера. Это полное погружение в жизнь Карфагена, друзья. Полное. Об этом я расскажу в следующих видео.